Как заморозить смарт для получения энергии и bandwidth? Каждая блокчейн-сеть берет комиссию за транзакции. Однако блокчейн-смарт позволяет вам сэкономить на коине смарт и не платить блокчейну за обслуживание транзакций. Для этого нужно застейкать смарт, или, другими словами, заморозить его. Стейкинг на блокчейне Smart – это процесс, в котором пользователи замораживают свои коины Smart, чтобы поддерживать работу сети и получить за это ключевые ресурсы сети – пропускную способность, bandwidth и энергию. Они необходимы для выполнения транзакций со смарт-контрактами и для всех транзакций внутри сети. Чтобы экономить, просто заморозьте от 50 тысяч до 100 тысяч смарт для энергии и от 5 тысяч до 10 тысяч для bandwidth и проводите транзакции со смарт-контрактами и другие транзакции в смарт-блокчейн бесплатно. Итак, в этой инструкции рассмотрим, как заморозить смарт для энергии. Перед началом заморозки хотим обратить ваше внимание, что если вы планируете активно заниматься сплитингом, то рекомендуется иметь на балансе до 10 тысяч незамороженных смарт. Откройте Smart Wallet. Перейдите на экран смарт-коина. Нажмите на виджет заморозки. На открывшемся экране нажмите на кнопку «Заморозить». Далее введите количество смарт, которое вы хотите заморозить, и выберите, какой ресурс вы хотите получить. Энергию или пропускную способность – bandwidth. Пропускная способность – bandwidth – в блокчейне Smart – это ресурс, который необходим для абсолютно всех транзакций в сети. При оплате транзакций в bandwidth не требуется оплата комиссии в Smart. Энергия в блокчейне Smart – это ресурс, который используется для выполнения всех действий со смарт-контрактами – сплитинга, транзакций со сплитами, токеном Ultima и так далее. Энергия – это как топливо для работы смарт-контрактов. Давайте выберем энергию, чтобы сделать сплитинговые транзакции бесплатными, и нажмем на кнопку «Продолжить». Затем подтвердите транзакцию заморозки. Если вы все сделали правильно, то увидите подтверждение, что коины были успешно заморожены. Замороженные коины отобразятся на экране Smart. Обратите внимание, что разморозка Smart под энергию и bandwidth доступна через 14 дней.